Вот две флешки. Это 8 гигабайт из USB 2, и это 32 гигабайта USB 3. Формата здесь формат по 32, а здесь мегабайт раздел, формат по 16. С этой флешки загрузка в табло не идет, а с этой флешки загрузка на табло идет. Вот так загружаются данные. С этой флешки все нормально пошло. Если же мы возьмем эту флешку с той же программой, да, и подключим к табло, вот подключили табло, смотрим на табло, Roglic выходит, модель выходит, пытается обновиться, но не может. Не может обновиться с той флешки с черной 32 гигабайта по FAT32 отформатированной USB 3 формата. Вот наш флешка на 1 гигабайт. Сейчас покажем реальный размер этой флешки. Это диспетчер дисками. Вот сама флешка 8 гигабайт, а мы только использовали 1 гигабайт для наших данных, для наших, как бы говоря, операций, для программирования табло. А это раздел свободное место, 6 гигабайт свободно, 7 гигабайт не используется. Вот так можно форматировать, разделять флешку, если у вас превышает размер 2 гигабайт. Файловая система, формат, кажется, FAT. Записываем данные на флешку формата FAT. Вставляем в шнур, USB-шнур. И вот видим, как программа пытается обновиться. Вот так выглядит наше обновленное табло. Если есть вопросы, спрашивайте в комментариях. Если есть другие комментарии, тоже пишите, постараемся ответить на ваши комментарии.